Налево в Ковре выступает команда клуба «Воспитай» города Королёв. Клуб «Институт «Воспитай» Королёв» существует с середины 2007 года. Он входит в состав межрегионального объединения «Воспитай», являющегося членом Федерации Федерации России. В клубе имеется детская и взрослая группа. И общее количество занимающихся около 50 человек. Руководитель клуба Абербаш Михаил Михайлович, 5-й данный Михаил. Обладателем второго дана являются Максим Столков и Александр Столков. Программа обучения состоит из раздела «Классная техника айкидо», раздела «Прикладной техники» на основе одной из старейших технологий комплексного фехтования СИБКГМИ. Обладатель